Здравствуйте, дорогие друзья, с вами доктор Труф. Это продолжение прохождения великолепного мода на старушку медь 2 Total War, мод The Age, третья эпоха, с обмодом Dark, Divide and Conquer, версия 1.2. Мод по вселенной Властелина колец, товарища Толкина, орки, эльфы, там все дела. Прохождение за Изенгард, разумеется. Ну, то, что разумеется. Вот. И запись я начал прям схода. Схода такого. Закончили мы на том, что отбили атаку андуинцев на наш казадумчик. Слава богу, с деньгами все в порядке. Более или менее. Перекинул я несколько человек поближе к фронту на юге. Назгул у меня теперь там. И стрелинги не нападают на Долгундур до сих пор. Пускай там не нападают. Мордор-шмордор. И что это такое? Чисто на разведочку? Ну, сходи, давай, сходи. Так, возвращаешься ты, да? К своей столице единственной. Блин, это плохо. Вы там вдвоем, это плохо. Лучше бы ты ушел, да где-нибудь лег под харатцем каким-нибудь. Харат меня сейчас интересует, что будет делать. Потому что мне, конечно, по-хорошему надо его там зажимать. Так, андуинцы ушли здесь, да? Ушли, это хорошо. Я надеюсь, что ушли. Сейчас шпион проверит мой, ушли эти андуинцы, эти бомжи, эти долбанные. Так они еще живы. Что-то такое ощущение, что когда ты играешь за... О, хорошо. Там, вот это здорово. Умбар там вовсю барагозит с линдонцами. Когда ты играешь за фракции сильные, почему-то, ну не то, что прям за сильные, компьютер почему-то за вот эти вот абсурдные фракции, по идее абсурдные, такой как Андуин, там, Дунланд, Эннедвайт, вот эти все фракции, почему-то они, блядь, решают вообще просто дико. Уверен, что Эннедвайт тоже бы раскачался, наверное. Хотя, да, в прошлом прохождении за Изенгард, там, Эннедвайт вообще прям нагнул Дунланд и прям очень хорошо развился там прям. С Изенгардом начал там рамсы кидать, полез на Гондор там вовсю, там раздавал. Молодец такой был. Здесь дунландцы раскачались. Как бы я немножко им помог в начале, убрав конкурента прямого. Ну и андуинцы, посмотрите-ка такие, да, бесстрашные полезли. На кого лезут, ёперный театр? У меня куча денег сейчас, да, слава богу. Фу, как говорится. Аккуратно, надо не задеть микрофон, а то моя гарнитурка... доживает последние годочки, к сожалению. Какие годочки? Денечки уже, все уже, все. Пиздец ей. Трогать ее ни в коем случае нельзя. Вот это крутить эту херню нельзя ни в коем случае. Это все, все. Каких видосов больше после этого не будет. Потому что денег даже на сраные наушники с микрофоном у меня нету. Никаких. О, мистер Сарумян. Серьезно? Блять. Ну хотя у меня Сарумян, чувак. У меня Сарумян, ё-моё, давай. Будет, да? Будет атака. Ну что ж, давненько мы не видели старого нашего Гоги. Старого нашего пердуна замечательного. Гоги Сарумяна. Не видели мы в бою. Конечно же, он встанет в прям вот... Да, он достаточно крепкий мэн у меня. Да, поэтому он встанет на передовой. Есть у меня 5 колышков. Катапульт, все. Очень пехота есть, да, все есть. Вот запасик стоит здесь. G-Indur, смертный заряд. Да, начнем сразу. Дядька Сарумян снова выходит. На просторы давненько он не шелестел ничем. Последний раз, по-моему, мы наблюдали с Сарумянского. Мы, главное, я. Ну и вы, да, естественно, мы. Все правильно говорю. Я же это не хоум-видео делаю, правильно? Для себя и потом, чтобы сын мой пересматривал, не дай бог. Зачмрит еще потом, когда вырастет. Хорошее место какое, да? Выбрал дядька Сарумян. Блядь, дядька Сарумян, ну ты отец. Ты прям реально отец отеческий. Последний раз мы наблюдали его в бою за Эдарас. Это было 1 000 000 лет назад. С тех пор он просто ходит и козыряет своим кольцом. Никто на него не бычит, и вот тут решили, блядь, как это плохо.
Место того, что ты хорошее выбрал, да нехорошее. Ёперный театр. А чё так-то криво-то, ёперный театр? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно. Так, ладно, берем пехоту, все, да? То, что у нас. С кулями никак не связано. Все, уводим назад. Ой, как это плохо-то, да? Не лучший вариант получается-то колышки-то ставить. То есть кавалерия-то может прийти, да придет. Ну, она, скорее всего, конечно же, будет от Сасао. Ну как, вот так только. Грубо говоря. Какое там отступать? Не знаю, куда отступать. На дороге же... Блядь, нельзя на дороге поставить. Ёб твою мать, дядька Сарумян. Плохое место выбрал. Да, коли это немного, видишь, не то получилось. Здесь-то да, а там-то нет. Понимаешь? Это плохо. Тут хотя бы, да? Не, нихера. Вот тут да. Пожалуйста, блядь. А дальше, извините. Придется так делать. Сюда может кто-то пролезть. Сквозь своих. Ну, вот так вот надо, да. Ой, как плохо. Ой, блядь, как плохо. Ой, как это все плохо. И они будут выходить, там как-то распределяться. Не, ну это не так, не такой, конечно, и кошмарный кошмар. В принципе, вот тут ты можешь поставить, Коля? Нет, не можешь. А вот так? Не, а вот так вот. Аккуратненько, чтоб, типа. Не, не может. Вот только здесь. Только здесь. Поэтому у меня здесь все открыто, мол. И они, конечно, по прямой-то и полезут. Значит, надо Сарумянского ставить прямо вот здесь вот. Как-то так получается. Ой, это, блядь. Ну, не совсем то, что я хотел. Да, карта-то неудачная на мосту здесь. Не имбовская получается. Да, хорошо, что здесь есть подъемчик. То есть это можно смело ставить катапульту сзади, прям по заднице, чтобы работало вот так вот напрямую. Прям вот отсюда. Вот этих ребят можно смело ставить там, да? Этих можно... Нет, вот этих я, наверное, вот с этой стороны поставлю. Вот так вот, да, чтобы они работали. Ну так, конечно. Неплохо будет. Они вот отсюда стрелять. Наверное. Так, вернуть обратно Коля-то, ё-моё, вы чё? Дядька Сарумян здесь. Блять, его мало. 78 всего. Это с Изенгарда пришли, поэтому, когда вы кончитесь, а вы кончитесь, придется у вас мясо. Мясо будет подходить. Ну, остальные. Так, вы подключитесь. Да, это неудачное место. Твою дивизию. Неудачное. Сразу этих морячков как бы расставить. А вы будете сразу сзади стоять. Вот здесь, конечно, за Сарумянским. Сразу сходу, конечно. Сарумяна чуть поближе, потом вы сразу сзади будете работать. Нормально. Ну, давайте. Давайте, приготовились. Здесь давайте сразу вот сюда. Туда никто не пойдет. Так-то если кто-то и пойдет, и хуй с ним. Перехватим. Перехватим. Ну, поехали, что делать? Слоны, мать твою. Ну, со слонами мы разберемся, я думаю, да? Конечно же. Да, со слонами мы разберем. Главное, чтобы они не пошли на дядьку Сарумяна здесь прям сразу. А то они как придут, да как могут. Могут, там, могут как прийти-то. Еще как могут. Ту-ру-ту. Чуть-чуть поодаль. Вот так вот, да. Ой, дядька Сарумян, как бы тебе сейчас не досталось-то, а? Прям всей любви-то. Ёперный театр. Не рассчитал бы я тут совсем ничего.
Dash Defense. Для режим Defense. Возможно, вместо Сарумяна надо вот этих послать. Слоны-то могут и дойти. Они, конечно, может и не дойдут. Ну, если уж дойдут, то ладно. У нас есть вариант такой. Подтянем сейчас сюда быстро этих своих чуваков сюда. Вы здесь чуть поодаль станете. Рубаки. Рубаки подходите с этой стороны. Здесь же Наскхай побежит еще сюда. Ёбаный нахуй. Так, здесь берсы. Не, берсы останьтесь сзади. Берсы вы прям вот можете как надо с этой стороны зайти, конечно же. Наскхай с этой стороны пойдут вот так вот. Ну, кавалерия останется пока. Кавалерия-то нахер мне, по идее, да? Ну вот, работают. Слоны не идут пока, да? Они не пойдут, если они разворачиваются, не готовы они идти. Поэтому убираем пока огонь. Работаем по пешей змеиной гвардии. Спокойно, тяжело. А, ну вот, побежали. Кавалеристы, эквилибристы. Неплохо работает уже сразу катапульта. Лучники не успевают еще выстроиться. Ну нет, успевают. Бежит катапульт. Да пусть они куда там, они что там, они стойкие на марше. Все, и отступают сразу, понимают, что они как бы ведут. А-па-па-па-па, знаете что? Ребят, вот сейчас вам лучше вот по пешей змеиной гвардии, конечно, работать. Ё-моё, какие там что? Это хорошо, что вы работаете по конным лучничкам, но лучше вот в ту вот кучу, блядь. Вот в ту вот, нахуй, давайте же. Ё-моё, конечно. Слоны стоят, подкрепление там на подходе, должно хватить, надеюсь, там слонов не будет. Пешая змеиная гвардия, расходимся, все, теперь работаем по наитию, ребят. Главное, чтобы в батю не пришло, вот это вот, ну как так, ребят, ну настройте, вы же на возвышеннице стоите. Там на слонов должно хватить, все, пешая змеиная гвардия, че, куда стоим, пусть заходят. Кавалерии тут нету, да? Нормас, работаем. Тихо. Вот тут у нас кто? Копейщики южные, блядь. Вот по ним. Ребят, ну серьезно, что вы делаете-то, ё-моё? Спокойно. Сарумян, тут нормально все. Сарумяне справятся. Они тут что-то подтупливают, да, на берегу стоят. Наемники Хранора, там, все вот это вот. Давайте. Ну, серьезно, ребят, что происходит, блядь? Вот, видите, тут у меня... Змеиные конные, их 4. Вот и пальт. Куда ты поехал? Ну, куда ж ты едешь-то? Что ж вы... Вот. Или нет? Понимаю. Давайте сразу по наитию. Ребятушки, по наитию. Заткнитесь пока. Все, пошли. Все, приготовились. Сейчас будет то, что надо, нахуй. Пока не работайте, пусть тут эти полутролли там что-то пиздят. Они что-то пиздят, что ли? Ведут стрельбу. Блять, вот они сука какие, да? А вы-то что вот тут вот делаете? А я вот сюда и поставил, собственно, да. Ой, нельзя двигать никого. Ну, нет, не будем пока вас двигать. Вы тоже пригодитесь. Дайте нас хай. Ой, берсы, вот сюда, полутролли мочите, пока там они ведут стрельбу. Стрельбу ведут, блин, плохая карта, плохая, правда, плохая, не очень хорошая. Пеший змеиный помочь умереть. Ну, вот это мне сейчас основное поплыло. Так, приготовились, огонь батареи по этим ребятам. Пусть они с ума сойдут, пусть бегают на той стороне. Либо рогозят. Давай, ребята, пожалуйста, полите. Я вас очень прошу. Вот еще хишари какие-то легкие. Вот, полетел удачно. Вошел в слона. Слон не охерел, нет, мумакил. Мимо, ребята, мимо. Хорош, сожгли козла. Ой, вот баллисты в этом смысле прям прекрасно. Работайте. Еще. Ну.
Ой, хорошо. Ой, должно быть, по идее. Ну, есть. Все, в бешенстве, заебись. Так, змеиная пешая гвардия, она очень неплохо рубит, кстати, здесь, поэтому надо помочь. Надо помочь все-таки. Выходите, господа. Я не боюсь это все. Давай, пердани. Что это дает-то, кстати? Голос Румана. Он будет что-то, эш, меш, 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 там орет, да? Насхай, берцы. Берцы начинают валить. Очень удачно. Так, вот это плохо. Вот это, блядь, плохо. Видите, да? Вот что плохо. Вот что плохо. У меня фланг открывается сразу. Придется разворачиваться, разворачиваться. И вот на них. Змеиную гвардию. Ёбаный нахуй. Вот это плохо. Да, кто-то успел, кто-то не успел. Давайте, ребят. Ну, тут вот так вот. Не получилось, не срослось. Слоны в бешенстве. Это удачно. Они пускай там на кого-нибудь налетают. Ой, плохое место. Наверное... Надо что-то... Как-то другой состав армии надо иметь, по ходу дела. Другой состав. Побольше пехоты надо. Лучники тут уже не особо нужны. Тут нужно побольше пехоты, чтобы успеть закрыть вот этот фланг. И здесь можно побольше стационарных орудий, потому что они могут работать на высоте и очень, блядь, удачно. По идее, да? Хотя сейчас не работают. Так, пикинеры. Пикинеры-микинеры. Так, давайте работайте так. Вот, давайте по пикинерам, что ли, зарядите, блядь. Ой, тут меня со всех сторон что-то как-то бегают. Так, берсеркеры опрокинули каких-то мудаков. Бегство, да? Да, да, да. Давайте на Хашаре южную пехоту заходи. У меня... Чего, блядь? Чего? Это чё? Это чё? Серьезно? Да ну нахер! Вы прикалываете, что ли? Че он такой обсосный, блядь? Ёб твою мать! Как? Он же этот... Как его? Ну, у него же это... Он же замужем. За кольцом. Какой бред! Ёперный театр. Какой бред, блядь? Какой бред? Ебаный. Не, ну так не пойдет. Да ну это... Просто Саруман. Ну как так-то? Ты же... У тебя какие-то хашари, легкая пехота. Ну, ёперный театр. Я-то думал, мы с тобой. А ты, оказывается, вон какой. Со слонами легко разобрались. То есть тут вообще не встал никаких вопросов. На мосту остановили. Остальные вон там... Ох! Остальные-то как прошлись. Это, кстати, хорошая тема. Вот сейчас эти слоны тут будут разметать вовсю, да, я надеюсь. Да, побежали при этом. Слышь ты, куда, чего? Валит. Очень хорошо. Ну, правда, они почему-то не особо безучастны как-то. Вот такие толпы. Не, со слонами здорово все. С слонами все понятно. Ну вот этот мост плохой все-таки. Не поставить колья, как-то не запереть их. Может, надо было с самого начала сюда выводить вот так. Окей. И без кольев забить вообще на все эти колья. Вставлять копейщиков вперед. Да. Но Саруман прям... Ваша Маша... Это, конечно, просто эпик фейл какой-то. Да. То есть понятно все, да? Ужасные новости. Владыка Саруман скончался. Кольцо всевластия было потеряно, блять. И после этого вся моя сила ушла, блять. Я бы сказал, Назгулы в данном случае. Это единственные командиры, которые более как-то, более-менее давали хоть какие-то бафы моим бомжам дебильным в атаке. Назгулы больше не служат. Они исчезли, пропали где-то в Средиземье. Мы сильно ослаблены. Таким поворотным событием это просто пиздец. И нам необходимо уничтожить всех врагов самостоятельно. Наш лагерь разграблен.
Саруман храбро оказался просто старым пердуном. Мне кажется, у него случился инфаркт. Вряд ли смогли заколоть. Ну, он, блядь, он владел кольцом. Ну, нельзя же делать. Ну, как так? У меня... Этот, как его? Любой Назгул. Как сейчас берешь Назгула? А, да нет, Назгул. Назгул, видите, картинка осталась. Сам Назгул пропали. Пропали Назгуль. Хамуль-то. Хамуль-то даже вроде как остался. Окей, Хамуль пропали. Должны были пропасть еще... Слушайте, остались картиночки. Андунафель там, да, видите, это небольшой баг такой. Ну, потому что, видимо, разработчики мода не предполагали, что человек, который завладеет кольцом, игрок в данном случае, окажется таким же, таким кретином, как доктор Труф, и проебется Румана. Это просто, блядь. Что у меня, лидер фракции Абсос Лурц? Вождь? Блять, или кто? Главнокомандующий? Кто у меня лидер-то сейчас? Лидер-то где? Так, кольцо... Так как кольцо потеряно, мы уже можем смело замириться с уроном там, да? Давайте попробуем. Ну, нет, это, конечно, фуфло полное. Я, скорее всего, загружусь. Блять, ну это прям... Это, конечно, ебаный нахуй какой-то. Просто ужасно. Ужасно, ебаный нахуй. Все пропали. Все. Даже читерские два андунафили. И правый, и левый глаз. Все пропали. Естественно. Ёб твою мать. Вот они, да? Ну как вот они? Вот они, а и вот и нет. Да. Эпик просто. Эпик. Фейл. Дикий. Просто дикий. Кто у нас сейчас лидер, мне интересно. Серьезно. Вождь, вот он, да. Вождь. Лурц. Лурц. По прозвищу Абсос. Дуламродский Абсос. Вот такой у него. Прозвище. Ой, как можно было так? Блять, как хуй вообще последний. Отношения ухудшились. Серый гавни Линдона, блять. Теперь надо мириться как бы совсем... А вот реально сейчас замириться? Ну потому что... Давайте попробуем. Перемирие, ребят. Крайне невыгодно. Нет, сука, нас настолько уже не любят. Мы уже столько натворили, по ходу дела. Что с нами дружить уже никто не станет. Блять, такой пиздец. Просто пиздец. Да. Вот никогда бы не подумал, что я могу на мосту так всосать. Но там мост, пиздец. Может, я неправильно все делал. Надо было, конечно, может быть, забить на Коле. Видишь, кавалерии там было много, на самом деле. Но у меня состав войск был не тот. У меня был состав на стандартную защиту моста. Я не знал, что там такая карта, блядь. Там было немножко пехот, там все было сбалансировано у Сурумянка. Вот он, Сурумянец. Надо было тебе воевать, а не стоять там на мостах. Значит, надо откатываться назад. Этот мост не для нас, не для этого состава. Вы можете остаться, если что. Значит, надо будет откатываться назад. Да, что делать? Пиздец. Ну что, не мытьем, так катанием, да, блять? Я увел Сарумана с этого дебильного моста. Как же мне не нравится его дизайн вот это. Ну, как-то... Даже возвышение меня так не радовало. Совсем, блять. Напал он на моего Назгул. Его увести не удастся, к сожалению. Вступим в бой. В принципе, есть возможность вступить в бой, если что, отступить. Да? Сливочку я сделал. Вот так вот харат. Видимо, не хватает мне тоже профи там на харат. То есть пикинеров надо, блядь, тащить. Арбалетчиков там. Тральчамп. Такая же будет сейчас схема. Будут идти на меня эти... Блять, это что за пиздец, блять, здесь нахуй? Что тут за карты-то такие? Где вход-то? Вот ход, да? Вот он какой. Вот ты мой. Вот она, да, где-то здесь. Переправа, переправа. Берег левый, берег правый. Ну что ж, у меня есть хорошие новости, в принципе. Вот это переправа... А это тоже... Нет, это... Я не очень понимаю. Похоже на дорогу, и здесь можно ходить. Уже две переправы, что ли? Вон там тоже дорога. Но, как показывает практика, все-таки
карты меди не предполагает подобного плана броды. Только один обычный брод. Это в империи. Empire вот это вот там, блядь, тыкают нормально. Так, ну чё, вот у нас будет один здесь шип. Шип. И мы все равно поднимемся ближе, да? Давай, давай. Конечно. Да, блядь, ну поближе подойди. Ну, ребята, серьезно, вы чё, блядь? Чё с вами не так-то, нахуй? Они все будут объезжать их, я уверен. Мне так особо не поставить тут ничего. Ну вот, шипы, да, предположим. Все здесь побегут. Вот так они побегут, скорее всего. Надо вот так ставить. Блядь. Что ж не так-то, нахуй? Сити кавалерии. Да, ёб твою мать. Вот так вот. Ставим вот так. Надеюсь, ну, кто-то донаткнется. С этой стороны пойдут, да с этой, да? Ну, предположим, что здесь две пойдут. Ну, конечно, больше сюда. Место хорошее, кстати, в плане, я имею в виду, держать оборонку. На самом деле. Вот, пожалуйста. Так они пойдут или так? Я поставил вот так, значит, ладно. Дофиги еще у меня стрелков, это радует. Понятное дело, что я по центру распределю вот так этих своих ребят. Вот это шикарно. Вот сюда катапульту надо. Да, слушайте, вот это место надо усиливать. Если эта карта будет такой же в следующей битве, а я смогу это удержать, то сюда можно и даже этого Сарумяна ставить там, да, со всеми делами. Наверное. Тут уже более-менее. Хуй знает, блядь, что значит более-менее. Так вот, рассыпайтесь пониже перед шипами. Вот так вот и стойте. Вы с этой стороны тоже пониже. Типа перед шипами, но недалеко. Пускай там они... как-нибудь там навтык. Да что ж такое-то, блядь. Ясно, как обычно, движок хуёк. Здесь рубаки-бумаки. Здесь будет с топорами, чуваки, с этой стороны. Копейщики, скорее всего, на этот фланг пойдут. На всякий случай. Ибо надо, блядь, мне это. С рубаками вместе здесь встанете. Не... Нахуй ты не пойдешь в атаку. Да как раз ты-то можешь, в принципе. Блять, назгулы почему-то у меня не лопаются, блин. А тут все остальные с этой стороны двое. Двое с этой стороны. Все. С вами мы определились. Давайте, это отряд номер два будет. Это отряд номер один. Да, все. С вами-то понятно все, да. С вами все понятно. Лучнички теперь, да? У меня их, ну, довольно много, да. Довольно много, и это здорово. Они довольно покоцаны, но это ничего страшного, да? Хорошо. Стоим, да, здесь. Я бы сказал, даже вот... Вот так вот можно прям ширее всех поставить. Блять. Прям вот даже вот так вот, нахуй. Если надо, чуть пониже подойдем. Вот сюда вот. Чтобы вы были тоже пониже, все такое. Могли заряжать прям, блядь, от души, чтобы... Главное, по слонам, чтобы он все работал. Они так вниз пойдут же здесь, да? Главное, чтобы вы по слонам, вот вы со своими кривыми, косыми ручонками смогли поработать по слонам. Потому что если слоны пройдут, какая они шипы там раздавят нахер все. Им плевать будет. Ну, поехали, что, погнали. А вот противник, да? Вот противник, вот слоны. Друган оттуда приходит. Надеюсь, он вот так вот не обойдет меня. Ну, это будет совсем пиздец. Я нахер с этой карты ухожу тогда. Шире не надо, вот так вот. Один отряд, да, у нас? Ну, вот и один сюда и вставай так широко, широко. Бегом только, ребят. Такая же херня, будьте любезны. Не знаю, как оно. Они могут там обходить, здесь проскакать. Конечно, они могут обойти все, естественно. Конечно. И они обойдут, скорее всего. В том-то и дело. Я вообще-то вот уверен в этом, блядь. Не-не-не-не. Я, кажется, я придумал. Так, это кавалерия уже поскакала. Как бы вам встать-то здесь поудобнее? Поинтереснее, чтобы... Да, так, вставайте, конечно. Просто лучников поближе передвинем. Вставайте, конечно, вот так вот. Разумеется. А лучников мы чуть-чуть ближе передвинем. Вот так вот, да, конечно.
Шустрее, шустрее, ребят, шустрее. Они все уже полезли. Мне, конечно, главное, чтобы работал. По слонам, чтобы работали. Давайте лучше вон по пешей Змеиной гвардии пока работайте. Вот они сейчас пройдут, да? Хорошо. Ну, пусть проходят. Что, я против, что ли? Вот это плохо. 3. Отлично. Остановитесь сейчас. Дошли хотя бы, да? Дошли, все. Вот, работайте там. Например, вот. Ёпта, по тяжелой гвардии. На лучников плевать, по ним. Давайте. Вот это все пофиг. Там 3 человека и плевать. Вот туда, ребят. Вот туда. Конечно. Пешая Змеиная гвардия, вот это серьезно, да. Все остальное это ерунда. Ой, хорошо, накрывает. Ну как хорошо? Ни хрена. Нет, нормально, нормально. Нормально, нормально. Работают вот эти вот пидоры по нам. К сожалению. 2 тачанки слонов. Это ждем, ждем, ждем слонов. Воины-южане. Копейщики, да? Ну, пока и давайте туда заряжайте, пока я с ним медленный. Ведут стрельбу, блядь. Вот. Ну, их уж 64 осталось. Все, работайте дальше, как хотите. Не фертите. Надо помогать. Надо вот их помогать. Надо помогать, надо помогать. Давайте. Выдвигайтесь сюда. Так вот. Второй. Такое ощущение, что все-таки... Не понимаю. И там, видите. И с той стороны они предпочитают двигаться. И там, блядь. Ну, ладно. Надо бы, конечно, Назгулом усиливаться. Ну, Назгул-то пожирнее будет, чем, блядь, Саруман, как показывает практика. Хотя защита, видите, 28. Не такая охеренная, как у тех же гномов, там, типа, 35, там, или Доломроцев, в которых, там, 38, там, что-то такое. Почему Саруман не верхом на тролле, блядь? Вот это вот мне интересно. Why? Так, все, Змеиная гвардия, которая... Да? 20 защиты, да, это основная пехота. Ну, мы сейчас займемся. Так, где? А, слоны, я еще не обосрался, думаю. Где слоны там? Все такое. Воины южане, ладно, вы работаете пока как хотите. Ребят, как хотите работать? Пока, я вас очень прошу, как хотите. Так, тити-тити, как хотите. Давайте. Вот вы и... Давайте рубаки, поехали. Помогайте, помогайте заслону работать. Тут не хватает мне профи, конечно. Профи, блядь, не хватает, пипец. Еще полутролли, полуорки, охотник. Все, пошли слоны. Пошли слоны. Давай, 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 заряжаем. Все, слоны пошли. Это значит, что надо приготовиться к атаке. Так. Прекращаем, ждем слонов. Нормально, пришли? Пришли. Кавалерия поскакала, змеиная. Видимо, сейчас вот вам придется заходить. Как-то выруливать этот вопрос. Вот, есть, мумакилы. Давай, поехали. Куда вы едете? Куда вы едете? Блять, ну, ребят, серьезно. Огонь по мумакилам. Куда ехать? Ну, куда вы, блять, едете? Ну, что не так с вами? Господи, а? Ёб твою мать! Всю мне сейчас, всю малину, блядь, испортите. Огонь, блядь, огонь! По мумакилам! Что, блядь, не так-то? Ну, ёбаный ты нахуй! Держать фронт, огонь по мумакилам, вы ёбаный на... Так, проскакали, понятное дело, мимо кольев. Давайте, сюда подключайтесь. Ёб твою мать, да что ж с переправами-то здесь? Такая беда-то, блядь. Такая беда-то. Где классическое, замечательное все? Все, мумакилы сейчас не наваляют, блядь, чувствую. Ну убейте вы, господи, хашашари этого ебаного. Какого хрена? Что происходит-то, блядь? Пердани немножко, нахуй. Ну что ж такое-то?
Какие 6-8, блядь? Ну что ж такое-то? Что происходит? Огонь ведете? Нет? Огонь вести, я сказано вам, блядь. Забрать обратно это дерьмо. Вести огонь по мумакилам. Ёбаные дебилы. Так, а, понятно, что пришли сюда. Сразу жопа началась. Участвуем. Пешая змеиная гвардия. Вот не совсем то, что надо. Давайте на этот фланг переходите. Вперед. Давайте. Все вперед, блядь. У меня только один вариант. Чувствую, я еще это место солью, блядь. Не знаю, что здесь надо делать. Отступать, по ходу дела, блядь. Неплохая была эта идея, видите. Куда ты едешь, ты ублюдок, ты ебаный, а? Ну тебе же сказано атаковать. Куда, куда, зачем это е... Почему он, блядь, почему вы в борьбе, блядь? Назгул, хули, чем ты занимаешься? Можешь убить там, кто между... Вот это, что, блядь, вот это такое? Ёб твою мать, и эти еще сражаются. Вы-то что, блядь, сражаетесь? О, ребята, чувствую, это какая-то эпик-фейльная серия, блядь, какая-то получается. У меня категорически все страдают какой-то хуйней, блядь. Делают все что угодно, только чтобы не воевать. Блядь, захват, огонь по мумакилу. Огонь, блядь, просто дичайший огонь по мумакилу. Здесь их 14 и, ну, борется, ну, хуёво. Борется, ну хуёво. Здесь тоже Змеиная гвардия. Ну, они вроде как... Нет, видите, плохое место, блядь, плохое место. Все, пришли до нас. И до спецназ. Здрасте, блядь. Что делает наш братан? Все что угодно, только вот не то, что надо. На мумакилов, нахуй. Да идите вы вот этих А, их там 7, нормально. Куда ты стреляешь? Тебе сказано было стрелять... Кусок ты еблана. По мумакилам. По мумасукакилам. Почему они стреляют по лучникам? Они идиоты, блядь. О, как все нахуй запущено-то, а? Давайте змеиную гвардию мочите. Так, тут разбили, да? Да, все, пошли мумакилы беситься, нахуй. Поздравьте, бля. Вот это я лошара, нахуй. И это еще так... Это какой-то жалкий, блядь, говноотряд. Слушайте, что не так, блядь? Что нахуй не так, блядь? Ёбаный нахуй, а? Все, пошли, блядь. Они хоть в бешенстве, нет? Не в бешенстве. Они в ахуе от моей тупизны. Они в бешенстве, да. Но они сейчас, блядь, в бешенстве такого намутузят, блядь. Они там всех сожрут нахер. Да. Ясно. Значит, надо отступать с этого моста. Лансадрица, гопца, ца, ца, ца. Будем отступать. Смотрите, тем составом, что у меня есть, в принципе, я не знаю, может быть, я бы и удержал. Нет, я не удержал бы там слоны. Может, не так расставил я катапульты, блядь, свои эти. Баллисты, я имею в виду. С румянцем я бы, наверное, удержал бы, если бы с румянец не сдох. Ладно, в любом случае, смотрите, такая хуйня получается, что... Я отступил с румянцем на старый мост и просто дал заднюю на одну клетку сюда, тварам кровавым. Не понимаю, будут ли они... Да, двигай сюда пока, да? Куда, что ты, блядь? Как? Все, просто надо молчать, все. Просто надо молчать. Я забыл, что здесь немножко... Все по-уебански, блядь. Некоторые моменты, да, при все любимые к этой игре. Только вот так можно обойти, через, видимо, совершить кругосветное путешествие, не чтобы попросить дядю Гоги подвинуться, и все. Я отступил сюда, отступил буквально на... Ну, куда смог сюда. На одну клеточку, буквально, скажем так, на пару шажочков. В случае, если была бы атака, я бы сразу отступил бы, и автоматом бы отнесся буквально к ближайшей вот сюда вот, своей территории. Они не лезут на чужую территорию, да? Не лезут, блядь. И значит, здесь наверное, такая же поебень, как и тут. Этим составом не получится мне удержать. От слонов. Отбиться. Блядь, слоны все-таки это убийцы, конечно. Чуваки не лезут,
на территорию дулонцев. Наверное, было правильным решением отдать карасант, а то бы они сейчас меня задрочили бы уже давно. Вот на этих, в этих местах я бы устал бы уже отбиваться. Вот мост стандартный. На этом стандартном мосту все полегли легко. Давай, двигай вот. Да, конечно. Конечно, двигай. Вот так вот, да. Гаванилин на столе. Так, враждебный. Во, варяги подходят, да? Ага. Ну, тут в основном кавалерия у них. Лучнички да кавалерия. Ну, я должен справиться, ребят, серьезно. С кавалерией. У меня 4 арбалетчика. Это колья. Если так уж... Не знаю, если там такой же уебанский мост. И компьютер специально сейчас генерит карты на мосту. Чтоб не было все хуже и хуже. И сложнее и сложнее, не знаю. Что там построилось-то? Лондаэри. Хорошо, урки в Алькфуде, в Дервате, в Дулнастире, Хельмовой Паде. Все подготовочка. В Зингарде, хорошо, это все подготовочка. В Орехе, в Лунгалене. Вот что мне надо, блядь, да. Да, да, конечно, мне нужен здесь шпион. Потому что вот этот вот... Не очень понятно, что это. Ага, продолжаем строить, потому что мне вот десант, который тут плыл, мне очень не нравится, поэтому я перекинул сюда армию. Блять, это нихера не спасает вот эту компанию в случае нападения, в случае высадки десанта очередного небольшого. Ну это ладно, это, в принципе, лечится. Так, у нас тут четверо, да. Это, в принципе, все лечится легко и просто перекидыванием одной армии в другую, и все. Друзья, офицеры, бегите сюда. Вы мой запас. Надежда и опора. А нахуй тут лепил так много? Не помню. Давай, тащись. Это для как раз... Не напал, кстати. Для нашего Рена, нечестивца. Как раз отрядик-то, блядь, шел. Идет, в смысле. Вот он. Возвращайся. Рен, нечестивцу еще долго, блядь, бродить-то еще, а? Ой, как долго. Нормас. Все, выдержим. Катапульта. Это нам надо. Вот как сейчас себя поведут ребята? Вот они пойдут они сюда, вот интересно, или нет? Вот они вообще пойдут они, понимаешь, на территорию дулонцев, карасант. Или попробуют еще раз пелагир взять, что у них явно не получится. А здесь через 3 хода у меня будет вполне себе, наверное, возможность. Сейчас глянем, как у нас тут. 43. Не совсем. Так-то надо делать, конечно. Доклад. Анлонд. Что? Зачем ты мне тут нужен, Нанулонд? Лондаэр. Все, ты закончил, Лондаэр. Очень хорошо. Ну и все, больше не знаю, что делать. Пинат-ганат. По-моему, что-то не хватает, да, тебе? 85. Нет, все в порядке. Продолжай развиваться дальше. Все. Все здесь хорошо. Все у тебя хорошо. Оп. Вот к вопросу о моем плане закрыть их здесь и потом с 4 сторон зажать. Будет ли у меня работать? Если тут такая хрень, блядь, тут так, такое дно вообще здесь. Очень много харада здесь тусит. Может так здесь все и оставить? Пусть пока так все и идет своим чередцом. Ланцадрицы губцовцом. А сосредоточить все внимание, естественно, на вот этом фронте, чтобы забрать. Эльфиков замечательных. Раджамп этих тут у меня, кстати, геройский герой. Ну-ка иди сюда. Свежеусыновленный сын. А ты сможешь отбиться от... Вот здесь на мосту, вот от этого всего? Кстати, хороший вопрос. В конце серии проверим этот
вариантик. Расширение Алькфуда. Наконец-то, блядь. Давай уж расширяйся. Самая развитая фракция, да, итоги периода. Минус, да не минус. Все в порядке. Все, пока с деньгами, слава богу, хорошо. Андуинцы не приходят. Хорошо, хорошо, да не очень-то, блядь. Кажется, мой план... И план может сработать, реально. Если у меня будет нормальный состав ветеранов здесь. Хороший. С профессиональными солдатиками. А не с бомжами, блядь. Ну, хотя тут тоже как бы не бомжи, ну не знаю. Архитектура еще у моста такая нестандартная немножечко. Выпуклая, то есть там сразу не поставить колья. Основное мое оружие на мосту все-таки против вот этих вот дебилов, да? Змеиная гвардия, они же как налетят, как ударят, это прям мало-то не покажется. А против кавалерии у меня нету ни хера, пикинеров нет. Были бы пикинеры, хер с ним. Я бы этих пикинеров подошел бы, к мосту бы подвел бы с двух сторон, вот так вот расставил бы этих ребят. Натыкайтесь, мол, за милую душу. Катапультами там и этими ты прострелил бы, понимаешь, слоняшек. Были бы те же пикинеры вот у тебя, двар ты мой кровавый, я бы тоже не парился за счет слонов, например. Тебе слоны бы все и легли бы на пиках. Очень быстро причем. Они урон так хороший получают, когда на пикинеров налетают. Но пикинеров я сейчас сделать пока не могу. Ху-ху-ху-ху-ху. Мне тут реально не хватает, да, 46%. 46%. Это значит, что мне надо еще нормально пару-тройку ходов еще только сидеть, ждать, пока в Минастерите можно будет пикинеров лепить. И то лепить через 10, через 3 хода. И еще, блин, тоже 43. Да, все. Знаете, что мы сделаем? Пока ты вот здесь останешься, посмотрим, что будет дальше происходить. Останься здесь, на мосту. Надеюсь, ты не так, здесь не такой ебанутый мост, как там. Тут придется, блядь, не знаю, что. Не знаю, что мне придется, блядь. Так, тут остается все пока, да? До поры до времени. Вот это меня вполне устраивает сейчас ситуация, пусть здесь будет. Гондорский заслон, защищающий от харадского наступления. Вот это уже интересно. Наверное, на лорцы налезут. Надеюсь, тут тоже мост не ебанутый все-таки. А то... прям совсем как-то это меня печалит. Глянем сейчас. Так, сколько у нас до сдачи осталось? 3 хода. О, нормально. Еще ход поддержим. Здесь 5. Ну, давайте, так сказать, снять осаду. Атаковать. 9 ходов, почти никого не осталось. Там по одному скоро будут там стоять ребята. Снимаем. Тут 8, не 9. Испортились отношения. Да они уже вообще, по-моему, на дне морском вообще эти отношения. Не особо уменьшается количество народу. Видимо, у них с хапчиком там все в порядке. Ну, это вопрос времени. Я не тороплюсь. Я не тороплюсь до выхода версии 2.0. Еще как минимум месяцок. Тут все, катапульты появился на всякий случай. О! Можно бы замену делать. Ну нет, не буду. Не буду пока париться с этим, серьезно. Не буду париться, честное слово. Нацхаев никак тут ничего. Так, включайтесь тогда уж. Остались, так оставайтесь. Это хороший форпост против стерлингов. Они дальше просто не пойдут. Они пока вот... Они вот это вот в жопе у себя оставлять, по идее, не будут. Не пойдут. У нас что, есть тут? А, нет, я отдал, по-моему, сюда. Ну, еще ждем. А, пока сюда. Дожидаемся Рена. Естественно, да. Тролли есть? Да, здесь есть тролль. Если я сейчас объявлю им сразу войну, это прям будет, ну, как бы нормас. Ну, пока там Рен дойдет еще. Может, все-таки пора уже, не знаю. Все, давайте, сейф и поехали. Каркар, блядь. Каркар, мафик. Каркар, мать твою. Не атакуем, ибо надо прям дождаться момента, чтобы было все хорошо. Так, пройди, шпион, как полагается, перед наступлением. Все, завтра в 4 утра.
Завтра в 4 утра. А пока тут Арен, это вот мое подкрепление будет ползти. Не забываем подписываться на канал. О том, что мне еще достаточно много бомжей разных надо лепить, скорее всего. Так, продолжаем. Продолжаем делать народ. Потому что эльфы имеют свойство убивать орков сотнями. Как у них это получается, я не знаю. Наверное, они владеют какой-то магией. Поэтому надо строить, пока бабосы есть. Бабосов становится чуть-чуть меньше и меньше. Ну и вот в конце хода мы хотели попробовать сейчас. Все, сейвимся. Попробовать вот в этот вариант, да? Скинуть сюда. Три лучничков, еще три. Пара катапульт, хорошо. Надо здесь... не хватает что-то, да? Пара мясных. Нету... Кого нету? Вот этих молодцов нету, вот этих. Нападай, блядь. Ага. У вас тоже можно закинуть. Все, вот теперь нападайте. Здесь я хотя бы перекрыл вход в восточный Хазадум. 12 тысяч, к сожалению, не 17, да? 17 тысяч давал, да? Вот как так? Торговля идет у меня вовсю с своими соседями, да. С лихолесцами. Ну ничего. Андуинцы, не хотите все-таки замириться немножечко, нет? Мы как бы... У вас же хуже, блядь. Потом пойдем там все сделаем. Еще какой-нибудь городок. Это не ваш ли случайно? Захала. Вот шпионика можно отправить. Посмотреть, чья Захала, кстати. А Захала-то у нас как раз андуинская, блядь. Между прочим, да. Вот они какие же хмыри. А Захала прям славится... Так. Такими прям, блядь, залежами золотишка в своих залежах. Золотишных. Ну что ж. Тогда. Та-та-та-та. Мы потащимся, конечно, в Захалу и будем тебя держать гарнизон. К сожалению, там, скорее всего, долго придется содержаться. Но это как денежный город будет. Окей. Взять, кстати, Захалу очень просто на штурме. Там прям вообще нет ни стен, ни башен, ни хрена. Просто дороги и все. Раньше по дорогам, если будет расставить шипы, и можно будет как-то, не знаю, блять. Вот как я и защищал Хазадум тот же самый. Наверху чуть выше ставятся лучники, ниже ставится заслон. Держать и не пускать. Только так. Никаких там узких коридоров, Захали нет. Поэтому защищать ее как бы, ну, не сказал бы, что... Легко. Все равно это круто. Архитектура такая оригинальная. Это, блядь, заебись. В смысле, это хорошо. Ждем. Ну что, давай посмотрим, что будет делать мистер Твистер. Харадский министр вот этот. Мы готовы на следующем ходу начать уже... полномасштабную немножечко. Полномасштабную войну. Бля, правда, если я сделаю осады, вот этот город, он сделает контр-осады и меня там отжамке, скорее всего. Лучники сплошные. Они забросают же говно меня своим эльфийским. Ой. Блядь, забыл, здесь вход есть. Здрасте, блядь. Здрасте, покрасьте. Да, тащи, значит, сюда еще пачку. Мясо есть мясо, ничего не поделаешь. Вообще не развивается Рохбург. Прям как будто там какие-то рохли какие-то живут. Просто вообще не развивается, ребята. Я вот как вас взял без трусов. Вы так без трусов и сидите тут вообще. Застудили в себе все, что можно уже. Ё-моё. Вообще не прокачивается никак. Уж все уже успели перейти на новую технологию уже. Все уже. Айфоны 10 уже все купили, блядь. И эти сидят в жопе. Смотрят на холм Древоборода, где как бы вообще никого. Просто холм и деревья вокруг. Ну, он-то ладно. И то тут больше, блядь, населения на этом холме. Там, видимо, проходят бардовские фестивали, скорее всего. Поэтому тут люди есть. Ну, это ладно.
же нанять можно кого-то. Здесь же прям вообще какая-то тишина, блядь. То ли этот чувак, который губернаторствовал, Шакнак в Рокбуке, в отличие от продвинутого товарища Тугота, блин, который прям гениальный, талантливый, блядь, где он там, смекалистый снабженец, блядь, идет, значит, по трупам неверных орк, что удивительно, да? Неверный, блядь, мне нравится, да. И гениальный руководитель, еще и геолог, друзья мои. Ну, а геолог это, кстати, очень удачно. Тут шахты, все. Ты, видимо, абсос Николаевич какой-то, да? Совсем ужасный. Отважное сердце. Ну, это здорово, что ты покрыт шрамами, ну, и сырое мясо у тебя есть в кармане. Не помогает поднимать тебе налоги. Все, хватит пиздеть, начинаем. Смотрим на это дело. Так, это наш полководец. Ага, губернатор наш идет. Еще одна усиленница. Давай. Усиливаемся. Андуинцы. Уходят. Вот у них Захала, это их городок. Его надо, конечно, будет брать. Прям, блять, однозначно брать. И даже ничего не буду париться. Там просто поставлю... Возьму... Напихаю туда пикинеров, там, каких-нибудь с арбалетчиками, там, еще с чем-нибудь в этой Захале. Пикинеры там прекрасно будут стоять, на самом деле. Арбалетчиков, пикинеров, катапульты, все. И они будут, блядь, держать эту Захалу чисто ради баблища. Потому что баблища, она дает прям отическое. Прям как банки кредит раздают деньги здесь. Ненавижу банки, блядь, ненавижу кредит. Серый говни Линдона. Прикиньте бы сейчас играть без Сарумана, да? Вот Саруман сдох, мол, ну такой хардкорный челлендж. Не загружаясь нихуя, то есть ошибки есть ошибки. Есть же такие челленджи, да, я уверен. На просторах ютубчанского. Мол, играю, бля, без загрузок, там, без авто... Или только тупо на автобое на одном, там, да, например. Ну, да, я знал. Окей. Я же увел, по-моему, да, одного. Одного увел. У меня там есть катапульта на случай вылазки. Чтобы спровоцировать и полезли эти ублюдки на меня. Давайте уже, ёпта. Харат. Харат, что ты будешь делать? Харат ты мой, харатский, харат. Дунланд, ну да, да, нормально. Харат, блядь. И варяги, нападут они на лурца сейчас или нет? Прям вот интересно. Если нападут на лурца, будет круто. Надеюсь, что есть только там карта с мостом будет таким, ну, нормальным. Стандартным, что ли, я не знаю. Харат. Соединились, идут. Да, они просто свои владеницы пока защищают. Не полезут они. Ну, здрасте, блядь. Ну, полезли, ёб твою мать. Ну, это будет битва, да? Они как бы дойдут, но не дойдут. Пошел таки, да, он с двух сторон. Пошел все-таки, тварь ебаная. Все-таки пошел. Ну, это уже интересно. Это уже интересно. Хера это не интересно, это я утрирую, конечно. Блять. Черт меня дернул вообще. Ну ладно. Опять порты, все, минус деньги, начинается. Варяги Ханда. А вы-то понятно все, блять. Говна куски. Так, вот и деньги кончаются, да? Порты. Чертоги Трандуила опять в осаде. Наверное, и стерлингами, я думаю, да? И стерлинги же осадили мой Долгундур. Какая-то тёлка смелая пошла, да? Думают, что может воевать. Но это все, ж понимаете, блядь. Можно вылазку сделать небольшую. Обстрелять их, да, и закончить.
Заключено перемирие. Эльфы Лориана со Жмарианами. Самые разные фракции Стрелинги теперь. Оно и понятно. Самые богатые гоблины Мглисты Гор. Блять, вы еще живы, ё-моё. Блин, они еще живы. Итоги хода. Денег просто. Минус дикий. Так, Лонгален. Орочий плац нужен, конечно, да. Видарас. Качайся дальше. Минастирит, качайся, мать твою, дальше. Дом спутниц воинов. Твою мать, да? Так, который готов предоставить услуги мужчину, у которого есть чем позвенеть. Яйцами, например, да? Но если холодная погода. А в бою у них тоже есть польза. В мирное время эти дамы живут на содержании оркских вождей, довольно удобных по орочьим меркам. А кого, интересно, жамкают орки? Вот никогда об этом не думал. Напишите в комментах, у них как у них вообще? У них же нет семейных отношений там, по-моему, в иерархии орков. Не знаю, как у Изенгарда, может, он пытался какой-то социализм построить, мистер Гоги Сарумян. Как там все это устроено, блядь? Кого не жамкают там, да? То есть они могут и человека оттарабанить, или только вот орчиху, я орчиху, или орчан, орчишку, я не знаю, как еще, урки, урчиху. Кого там жамкают орки, урки? Кого? Или вообще похер, эльф там, гном там, ну, в данном случае слабый пол там, предположим, да? Эльфики, гномихи, там, кто угодно. Им вообще плевать, люди. Кого трахнут лунной ночкой перед битвой там. О! 12 тысяч, все, пошла жарулька. Мы как бы подошли. И мы как бы готовы. Знаете, что не готово? Вот это надо... Прям, блядь, бежит. Тут, конечно, плохо. Так все с этими с дорогами. У меня здесь все так плохо. Вот особенно в Рохбурге. Тебе бы чуть-чуть бы развиться, чувак. Писюнчик вообще. Давай мы снизим тебе налоги. Развивайся, пожалуйста. Чтобы хотя бы дорога хоть какая-то появилась. Ну, совсем. Здесь ладно все. Ну, здесь хотя бы дорога, чтобы была. А то на соединение ты совсем не идете на контакт со мной. Тут не особо сильно, кстати, отстают. Осада Долгундура. Доклад Дунладстир, Хенвопать, все качалка, качал. Ё-моё. Конечно. Вот, блядь, я думаю, чё типа не так? Чё не так? Всё не так, блядь. Сиди сюда, иди. Очень много здесь кавалеристов. И нет слонов, кстати. Кавалеристов дофига. Так. Есть у меня одна идея. Вот такого плана. Чего бы нет. Я только не знаю, что за мост здесь. Давайте так сделаем. Каркар, потому что... Мрамуш там, блять, пикинеров нет. Пикинеры нужны прям как... Ох. Перешли наступление, да? Видимо, я их спровоцировал. Иди сюда, блять. Все, давай, закрывай дырку здесь. Поиграли и хватит. Ча-ча-ча-ча-ча. Нужен лазучик, нахуй. Конечно. Сплошная кавалерия, бля, напади на лурца, пожалуйста. Ну, есть там, опять-таки, если там нормальный мост. Что хрен его знает. Так, собираем ударную группу. Собираем, собираем, да, нормально, нормально, давайте. Все правильно сделаем, конечно. Ударная группа. Все, заканчиваем, больше ничего не делаем. Больше ничего не делать не надо. Еще одна, блядь, баллиста. По-моему, я тут перестарался с баллистами, наверное, не знаю. Не буду я на торнос лезть сейчас. Зачем?
Нормально все. Вот зачем лезть на торнос? Я вон на него залезу, тоже встану здесь, а там будет тоже днище какое-то. В плане мостов. Не исключено. А так здесь буфер небольшой. Сюда лезут? Ну да, сюда лезут. Ничего не поделаешь. Нападайте на штыкотыка, друзья мои. Вот тут я понимаю. Вот тут прям защита при защите, если что. Защититься реально. 8 ходов. Ну что, друзья мои. Можете контратаку сделать. Я вот думаю. Подождем еще ходик. Так, подходи, подходи, подходи. Точно подходи. Чтобы быть хотя бы сзади в случае. Ну, хоть какая-то помощь, если там будут эти подыхать. А они будут подыхать. Будете выходить мясо там быстро в темпе вальса. Подбегать на помощь. И еще есть варианты. Больше никаких. Здесь. Ой, блядь, стойте, блядь. Здесь у меня главное дырку закрыть, а она закрыта. Давайте попробуем. Сделайте вылазку, что делать. А, я на каркаре записался, да? А и уже проделал эту махинацию, которая была каркарная. А, блин, похуй. Похуй, реально похуй. Ну ладно, вылазка, поехали. О, прям, блядь, 7 к 5 показывает. Они отступят далеко-далеко. Я же знаю это все дерьмо. Будет потом, блин, 100 лет. Буду ли делать я сейчас вылазку? Ну, не знаю. Если сейчас будет опять 3 часа стоять, они там дрочить, я нахер не буду делать вылазку. Ох, пусть атакуют меня. Шансов не особо-то дают, кстати. Для победы. Удивительно. Мордор вообще ни в говно не ставит. Даже когда там целый стек ко мне приходит, все равно шанс дает на автобой, что номинально мы пизжи Мордора. Вот они где-то там. Где-то там, далеко. Понятно, значит. Значит, только катапульты. Правильно? Ох, вот это прямо отсюда. Бля, почему вас сюда нельзя поставить? Это было бы так, так классно. Почему вот здесь можно будет ставить вас, да, по итогу потом. Вы сюда забраться не можете, да? Да ну как? Нет, конечно. Было бы здорово. Мы все равно готовы. Правда. Сейчас стрелять придется вам, да? Все ясно. Лучников не так много у меня. К несчастью, к счастью, не знаю, как лучше сказать. Все здесь. Ну и начать битву. Давай сюда, скатывайся сюда. Ну как сюда, блядь? Ну, то хотя бы сюда, да. Начинаем. А, они не полезут, а мы полезем. Вот здесь. Можно же встать? Нет, смотри-ка. Да ладно, серьезно? Ой, как плохо. Ой, как все это плохо. Ой, как это все плохо. Ну, буду знать. Давай-то наверх иди, чё. Поехали на выход, все, выезжай, кусок говна. Пока ты доедешь, ну тебе надо ехать все-таки и попробовать. Ой, поскакали. Поскакали, поскакали. Блять, поскакали прямо все, типа стрелять поехали, да? Серьезно? Куда это вы поскакали так? Блять, все прям пошли, а ну-ка стопе. А ну-ка, блять, стопе. Что это значит? Это неожиданная контратака, это что это значит, блядь? Правда, я прям мое удивление. Быстро сюда. С этой стороны идут. Да, да, давай сюда, конечно, беги. Пикинерсы, вы уходите пока. Вы пока уходите, от вас толку никакого сейчас не будет. А вот вы подходите на всякий... А ты генерал? Почему не наш Насхай? Где он, кстати? Вот он, почему не Насхай, это генерал? Видимо, потому что. Потому что мрамушта. Это нам неизвестно. Вставай сюда. Я бы даже сказал, вот так вот. Да, сюда вставай на всякий случай. Мало ли еще. Ну и ты вот сюда вот. Хуй знает, блядь. Хуй его знает. Так, товарищ генерал, уходите нахуй наверх. Все остальные. Что-то не помчались, так все что-то побежали, блядь.
Прям поскакали, я бы сказал. Серьезно. Да, и наши начали работать. Ясен хрен. Сейчас будут работать по ним. А куда ты можешь подняться? Ты можешь подняться вот сюда, кстати. И отсюда прям вот... Как бы и да, и нет, в принципе, да? Возвращайся пока. Ни хера не будет они делать. Не понимаю я, что происходит. Не стреляйте пока. Подъезжает катапульты к нам поближе. Я их вижу. Подъезжает блин поближе. Так, и что? Начинают работать наши ребята, да? Это шутка, что ли, какая-то? Почему вы все резко решили пойти? Хорошо. Окей. Хотите, нате. Все, окей. Без проблем. Все, огонь. По боевым колесницам его величества. Давайте. 33, уходите. Где вы, блядь? Как билибристы, танкисты. Убежали. На выход сейчас выйдем. Специально спровоцируем. Пускай колесницы. Да, сносит нормально за милую душу эти колесницы. Конечно же. Катафракты. Катафракты тоже сейчас получат. Я, конечно, никаких шипов там не понаставил. Да и смысл, они все через дверь не пройдут. Контратака очень странная, блядь. Я имею в виду, что... Ну вот катафракты, хорошо. Возвращайся, братан, обратно. Не надо кого уезжать, я, кажется, кое-что придумал. Так, дошли. Выходите, выходите. Все, расстреляли, молодцы, все. Вот сейчас успокойтесь, пожалуйста. Потому что тут все. Расстреляли катафракты полные. Фу, катафракты, говорю. Катаракты, блядь. Да, они идут. Они прям идут, блядь. Это здорово. Это здорово. Это прям неожиданно для меня. Не надо никуда ехать. Сейчас, дорогой мой. Оп-по-по-по. Я сейчас вывел чуваков. Может быть и зря. Не знаю. Может быть, блядь, и зря. Как они будут действовать, я не знаю. Так, вставайте. Как вы будете действовать, друзья мои? Бегут. Блять, бегут. Клановая стража, там все это. Нахуй, уходите отсюда обратно. Давайте, ребят, конечно. Вы вот возвращайтесь. Обратно уходите. Ни лестниц, ничего они не взяли. Вот они поскакали просто. Кавалеристы, эквилибристы. Но так как... Ну да. И по ним, конечно, надо работать. Двери остаются открытыми почему-то, да? Они не лезут. Да они не полезут. Не полезут, конечно. Куда они полезут, блядь, чуть-чуть. Так, ребят, ну не по тем, не по тем. Не по тем работаем, блядь. Они в рассыпном строю. Серьезно. Тут на лучников еще четверых. В этом случае. Вообще не понимаю. Так, ворота открыты, мол. Заходите. Заходите, ребят, заходите, конечно. Че, не против. Вот по ним, пожалуйста, по легкой клановой страже. Бабахните. Идут, ё-моё, ты посмотри, серьезно, я не прикалываюсь, блядь. Они идут. А башни мои стреляют? Да, да, что-то как, какие-то башни вроде стреляют. Или нет? Я не понимаю. Сейчас кончатся патроны, когда будет понятно. Ну, это все херня, конечно. Кавалерию можно бы не расстреливать. Меня больше интересует не кавалерия, а вот эти ребята, конечно, вот. Клановая стража, вот легкая пехота или там. Вот, блядь, кто меня. Лок Фарман. Блядь, стоять, не стрелять. Лок Фармандран, вот этот меня интересует. Очень хорошие ребята. Крепкие. Да побыстрее давайте уже, чего. Двигайтесь, конечно. Все, блядь, выходите, естественно. Естественно, я не против. Вот они подошли прям под в упорец. И не понимаю, я крошит их там, блядь, не крошит. Что у вас тут? Да, 16, не такие уж они охуенные. Я бы сказал, мне катафракты нужны. Но до них достреливает вот ты. Давай. Глянем, удастся нам командира завалить. А вы давайте вот
Зал такой по ним, например. Нифига не попадают, да? Ну вот как бы нет, да? Не делают залп. Не делают. И эти не делают залп. Ну все тогда. Кстати, где? А вы вблизи. По-моему, вот я не понимаю. Я реально, я не понимаю. Мечники, там что-то клановые мечники. Да, работают. Локимбим какой-то, лок, бля, брям-брим. Да не поопасный. По лонг брам-бриму, блядь, давайте. Конечно. Это же это херня, бог с ним, а вот лок брам-брим, они поопаснее, да. Работают ли башни? Нихуя, помню, работают башни. Если они не работают, то нет смысла вообще делать вылазку. Пускай лучше они ко мне лезут. Сейчас проверим. Ну, что там, стреляет, да плевать на это все. У меня хорошая броня, мне вообще на... не на все насрать. Как бы и да, и нет. То есть, я не понимаю. Попадаю, да. Ну, конечно, вот их цепляет в основном. Всех цепляет, да, всех. 46. 54. Бля, такое ощущение, как будто... Ну... Клановые стражи, давай туда. Ну вот шикарно было бы. Если бы у меня работали башни, я бы даже не парился. Хоть всех бы расстреляли тут. А они почему-то автоматом подойти решили. Не знаю, это тупость и, конечно. Подходит прям под башни. Блять, все, работайте как хотите уже. Если не важно все совершенно. Да, сносит 70. Неплохо, неплохо. Блять, неплохо. Да еще и тех цепляет. Локарима, стрелки в каких-то, блять. Цепляют, цепляют, неплохо. Правда. Почему 8? Давай туда хотя бы работай, по коннице. Вон, по этим дебилам, конечно, работай. Нахер, нахер нам конница-то, ё-моё. Конечно. Бебеш, бебеш. Тут снесли, окей. Ну как снесли? 7. Башни, по-моему, не работают. Не работают нихуя башни мои. Блять, серия полна разочарований. Сначала убили Сарумана. Потом просто отжамкали тупо, блять. На очень неплохой, достаточно, я бы сказал. Переправе. Технически неплохая переправа. Может, и состав не тот. Я не знаю, может, я не так действовал. Может, не так действовал просто. Но баллисты мои прям... Блять, ну не справились с заданием. Блять, уничтожить слонов, это была ключевая штука. Если бы я снес слонов, наверное, может, я и выжил бы. Там как-то странно, блядь. Эти баллистам мешали. Какой-то долбоеб до них добегал все время. Ну чё, все, кончились патроны. Здесь как было 7, так 7 осталось. Ну-ка послушаем. Ты-то ладно, блядь. Будет нет. Будет нихуя. Тут разве что можно, вот я не знаю. Если я выведу сюда катапульту, ее съедят. То есть катапульта мне здесь не нужна. Не нужна мне здесь катапульта. Вылазку я делать не буду. То есть в том виде, в котором она есть. Все, значит, выходим из боя. Не стреляют. Не стреляют реально. То есть, ну, даже если бы я сейчас пошел, сделал чаю там, блядь. Сказал всем, не скучаю. Не, нет, не стреляет никто.
Башни не работают в Долгундуре. Блять, ребят, запомните, вылазку в Долгундуре делать бесполезно. Ну, по той тактике, которую я использую, делать бесполезно. А настреляли хорошо. Возможно, если у меня было прям до мездища стрелков, а толку? Ну, хорошо, расстреляли бы мы это дело. Вывели потом бы троллей, тролльчамп там, да? Ну, не знаю, нет, хуйня все это. Выходим из боя. Ничья 115. Какие 115? Кто 115, блядь? Как это? Как 115? Какие 115? Ладно, неважно. Будем загружаться, конечно же. Это все хрень полная. Да, три разочарования, блядь. В Долгундуре не работают вышки. Суруман какая-то ватная белая вата. Ватная вата. Сурман абсус какой-то дикий оказался, к сожалению. Старый небочный старикан. И третий вопрос, что переправы и мосты, то что ближе к Хараду, не очень удачное расположение имеют, нестандарт. Другой состав войск там нужен для защиты. Не тот. Ну или просто мне надо как-то подумать, разнообразить тактику. Я просто может, я туплю просто. Что не исключено. Вот, пожалуйста, да. Ситуация у нас сейчас будет в чем? Саруман остается на этом мосту. Здесь остается уже бывалый чувак. Ты вполне можешь атаковать Сурумана. Вполне. Либо полезть сюда. Да, видите, они такие все-таки... Все-таки они проходят. Да. Ну, ладненько. Ну что, ход. Ход. Я не буду сейчас нападать. Я думаю, все-таки... Как? С другой стороны... Ты, кусок пидораса, будешь мне мешать, наверное, да? Не исключено. Давайте сейчас попробуем. На следующем ходу нападем на них. Давай, дорогой. Итак, у меня денег нету сейчас. Деньги заканчиваются, потому что уже куча войск у меня прям в поле стоит. Не в гарнизоне, а андуинцы. Шпиона забыл подвинуть за хале. Ничего страшного. Большая куча. Мала. Но андуинцы ничего не сделали. Линдонцы будут что-нибудь делать? Возможно, высадить сейчас десант. А нет, идут пешком, блять. Без генерала. Они ничего не сделают. Не нападут они ни хрена. Вот не исключат, сейчас пойдут, нет? Линдон, блин, надо бы уже давно его жахнуть. Так, вышел шпион. И сел к себе. Хорошо. Не стали больше ничего делать. Это класс. Мрак Долгундура уходит. Ладушки. Так, здрасте, блядь. Пришли откуда не ждали. Давненько мы вас не видели. Ага. Ну да. Так, никому не дает покоя комиссарское назгульское тело, да? На старого пердуна никто не лезет. Ну вот не полезут ли на старого пердуна? Кому же старикан нужен? Все хотят назгула заполучить. Левый глаз, давай. О, нет, сука, будет. Или нет? Меня просто обложили со всех сторон, твою мать. Ё-моё. Варяги, что ты, блин? Я сейчас опять сделаю быстро тебе телепорт вообще в мир иной. Так, это чё? А, они что могут сделать? Ничего не могут сделать. Они только могут это покричать в разных сторонах. Так, ну чё, им ладрис отождён. Здрасте, покрасьте. 2000 рублей у меня. Очень неприятно. Моровое поветрие в Колимбеле. Моровое.
Ты что ли там напердел, а? Что ж ты делаешь-то, блядь? У меня же здесь собираются товарищи, блядь, на очень важные. Уже ладно, уже хрен с ним. Ну, это не пох... Что ж ты делаешь, ты кусок, ты... Да, это прям, ну, как-то совсем, блядь, говно. Колимбель это прям, ну вот. Пьёперный театр. Оставайтесь так тогда. Я сейчас еще добавил, да? Да, дорогой ты мой. Вот это хорошо, да? Все. Ух, блядь, как чужие, да? На локации красненькие огонечки. Вокруг нашей Сигурни Уивер собираются. Будешь нападать, нет? У тебя слонов нету, да, по-моему? Коняшек много. Но если мост не подведет, то все будет хорошо. Здесь не лезут. Смотри-ка, вот Мордор не полез. Ё-моё, в кои веки. Все, можно же будет не дрочиться, каланчиться. В Зингарде там что? Это в Минастирите шпион, наконец. Это хорошо? Это хорошо. Давай, мистер шпион, ты мне нужен здесь. Правда, блядь. Доклад. Хорошо, в Дунластире, да, только вот... Окей, 1800 рублей осталось. Ёб твою мать, а. Че, деньги-то кончились, а? Правда, сейчас они у меня снова появятся, как только я проведу несколько битв с эльфами. А я с ними проведу несколько битв с эльфами, естественно. Так, Альбург расширился. И для... Да, урощий плац, конечно, первым делом. Так, здесь, в принципе, да, урощий плац, но он не зацепился у нас пока. Эльфийская гавань. Тоже все. Все, опять мы без бабла. Метраст. Все. Очередь приостановлена, блядь. Здравствуйте, блин. Итоги хода опять минус. Прирожденный командир. Ну, ладненько. Поветрие там у него какое-то. Поздравляю вас, друзья. Мы объявляем войну. Эльфам. Наконец-то, блядь. Наконец-то, наконец-то. Вот. Наконец-то мы объявляем войну. А у меня посла-то здесь не... А вот посол и не успеет, и ни хрена вот объявить войну. Так, значит, придется вероломно 4 утра. Первый театр. Вот закала, вот это я понимаю. Так, там у них как раз шпион. Все. Тут нет, да, тут нету. А что не можем-то атаковать? Постойте, секунду. Блять, а что, так нельзя, что ли? Как это нельзя? Как это, блять, нельзя же? Можно же, наверное. Вот посол мой. Да, все, есть посол. Объявляем войну нахуй. Разорвать союз. Все. Друзья, вот теперь можно, блядь. Давай. Деньги изменились? О, 9500 у нас, да? Видите, как оно? Бабок нам приносил, естественно, вот как я и понимал, что торговля еще с нашим союзником, вот с этим. Пускай он был и... Кстати, есть провести штурм просто для прикола. А, какие шансы мне дают? Да, еще и шансы дают, как бы, блять. Не, понятно, что это будет сокрушительное, просто уничижительное поражение, как и даже если ночная битва. Но у меня тут сзади еще. Сзади это получится, нет? Сзади может и получиться. Так, что это за одинокий хер такой тут прибежал? Блять, вообще абсосный, Николай. Абсос какой-то просто. Полнейший. С другой стороны, абсос абсосом. А мы можем пойти вот так вот. Мы даже быстрее будем идти, да, нет? Наверное, не знаю. Давайте, собирайтесь, блядь. Твою мать. Давай. Вот, бля. Рен, давай. Всё. Вот так вот, хорошо. Беги, беги.
Ты моя надежда и опора. Все, здесь осадили. Тут мы быстро заберем город. Вход только один, можем здесь его перекрыть. Твоя задача взять в осаду вот это дело, да? Если у тебя... Есть у тебя. Все, тролль-тролль-чамба есть. 11 ходов можем держать. Леголаса там, кто там? Нет, Леголаса нету. Тёлки нету здесь. Владыки Кереборн, вот он, главный хер. Кавалеристы, ты понимаешь, пианисты, все есть. Доигрались, нахуй. Я вам говорил, какая разница, они бы по-любому бы и так бы. Две катапульты. Ну, справятся, наверное, да? Денег нету, видите? Денег, сука, нет. Денег нет. Тут еще вот это дело. Respect you in battle. Все, в следующей серии нам предстоит баталии на уже эльфийском фронте, Лотлорианском. Надеюсь, что мы сможем. Ну, вот Кирина Амрот мы заберем там, да. Не уверен, что получится. Будем держать, наверное, в осаде. Это, если он полезет снимать, будет забавно. Возможно, надо. Возможно, можно будет как-нибудь со всех сторон. Вот это мясо слить можно, кстати. Почему бы и нет? Смело вообще. Здесь вытащить вот это вот. Послать сюда вот, например. Оно не нужно вообще мне здесь. Все мясо сливать там огромными пачками. Давайте, бегите. Все туда, конечно же. Все вот прям туда, блядь, бегут. Вы нет, вы остаетесь. Вот, блядь, где деньги-то, ё-моё. Я думаю, где деньги-то? Вот они. Что-то я, по-моему, тут дофига непонятного лишнего понастроил, ненужного, да? Вам так не кажется? Ну да ладно. Да, все, на этом закончим серию. Подписывайся на канал, вступай в ВКонтакте, ставь лайкосик, так сказать, комментируй, жми колокольчик и люби эту игру. С тобой был Доктор Труф, пока-пока, до следующих встреч, до следующих встреч.